скилл есть еще какой-то? Что, кто-то ливнул? Маша, ты ливнул? Маша ушла, да. Давай ты им прыгай к нам. Отлично. Так еще надо, Даня, заходи. Ставь шкаф, чё вы там? Аня, может я в Хаприста, а кто-то в ДЦ спекнется? Давай ты в Хаприста, а войди в ДЦ. Не-не-не, будь в ДЦ, у меня посильнее Хаприста. Полик посильнее имеешь? Угу. Окей. Паша, прыгай в... ДДшника. Или киндов оставайся, пока на ВДК. Будешь дамажить. Не заходит. Ну окей, кликаем меня постоянно. Так и запишем. Проебался. Да, с вами их там. За основных боссов-то они уже полутали, ебать, типа, тут я не знаю. Конечно, он чилил на замене, проебался куда-то, его кикнули просто, а все, ЕП он полутал. Да, ЕП полутал. Это профит. То, что считаю. На связи людей нету, надо минус давать, ведь как так? На связи. Ну, был, по крайней мере. Какой-то серьезный трай будет, то поздно уже. Да, делаем пару траев, один-два трая, и все, мы уходим. Дексиона, заходи. Топхайп здесь. О, Барменталь еще пришел. Наверное, или не пришел. Блин, просто реально могли в другой день прийти за 30 минут. А просто мое мнение... Да просто надо с первого трая уже убивать, блядь. Какой другой день? Хорошо, давай в какой я день? Ну, завтра я не могу. Когда мы в Зуламан идем? Ну вот, хотел в понедельник. И два дня оставить на правах. Придем, 12.30 убьем мы этих двух боссов. 12.30, может, некоторые люди не могут прийти. Вы же не следите, следите почему. Ну на 13, здесь полчаса времени, просто будут все свежие. Каких полчаса здесь времени? Ну, здесь этот босс 15 минут и лич, ну 20, ладно. Так сейчас убейте, блядь. Нахуя вы вайпаетесь-то? Начните бегать нормально. Кто там тактику не знает, прочитайте на следующий РТ, блядь. Просто водят за ручку, а когда не водят за ручку, люди теряются, вот и все. Надо самостоятельно бегать уже, начинать разувать глаза, блядь. Сейчас, еще раз. Милики, для тех, кто до сих пор не понял. Вот, допустим, здесь босса поставили, допустим, появляется здесь зеленый, вам нужно стать перед лицом зеленого, если РДшники стоят в левую сторону, вы должны так его бить, и всегда так бежать бить его, вот по такой траектории. Если милики стоят, вот РДшники стоят так, то вы идете, бьете его так. Не успеваете бежать, не убиваете, бить так, можете бежать вот так. Вот, и потом развернуться к РДшникам, когда подбежите. Самое главное, чтобы между ними рейндж был. Вот что самое главное. Не просто впереди бежать. То же самое. Вот так вот бежите, если в эту сторону РДшники стоят. Нам через кингдом. Пиздец.
Дексиона. Топ-хайв, может, подошел. Дексиона нету, что тут. Дексиона, да, оф. Ни в Диси никого нихуя. Топ-хайв 10-15 минут просил. Так, сейчас тихо. Вы сейчас будете оскорблять друг друга. Будете получать не только минуса, а если будет какие-то нахуй. Кто-то не нравится, друг друга мешает. И, во-первых, надо уважать вообще друзей, как минимум. Вы же ничего друг другу не сделали. Это что такое, мы больше, больше никто? Ну все, замуть его, если что, будет дальше срать. И будет, на. Кто-то заберет. Антер был. Да я, Зак. Окей. Давай диван. Что-то я уже отдал вам. Давай я еще 200 добавлю, получится ровно 1000. Минус 800, так прикольно. Сейчас вернем. Не старый, но. Да блять, Вадя. Сейчас я минус 1. Ладно, все, идем. Делаем последний, максимум 2 трая и исходим третьим. Дексиона нет, значит. Шипка как охуенно. Последний максимум 2 трая. Последний еще один нет, но будете сами завтра добивать. Ну, я точно последний. А я уже минус 4. Ну и сколько? Да. Я готов ебашить, давайте, ребят, до последнего, блин, до талого. Да потому что попривыкали, блин, что за них делают. Просто ни один не отбежит, просто ни один. У тебя, кстати, Саша, уже трое на АФК сидели, блин, давно их не было в игре даже. Просто мое мнение, надо, блядь, наказание вводить. Почему вот некоторые люди должны дрочиться, но при этом те люди не падают по приоритету? Смысл какой? Надо всегда снимать ТП. Ну, и еще, короче, им за слаг сотню просят, слышь, блядь, 100. И не минус 100, смысл какой наказание-то, блядь, какой? Пристабав дайте. У фолок танчит, да? Да. Не врывайте сразу, он не декап. Да упадет. Арлекина, Арлекина. Давай, кусяло, Юра. Делай деньги, делай. Есть какая музыка, ребят? Пожалуйста, боты киньте, блядь. Скучно. Можно отчет? Я уже боюсь метку кидать. Юра. Так, у нас минус один. Ну да, у нас минус один. Че там, никого онлайн нету или что? Нет. Да, у нас ровно 25 человек. Я не понимаю, зачем брать в рейд тех людей, которые, блядь, уходят. Так РТ час назад закончился. Да. Ну так сиди, это контролируй, все. Че сейчас душить уже? Уже потом, блядь. Давайте уже бить будем или че мы ждем? Сейчас буду есть. Блин. Мне кажется, надо собрание проводить. Много всякой хуйни творится. Сон, поставь чешка, засунем тебе тут хайпа. Давай, мой бой, да. Давайте сейчас, короче, если убиваем, все, кто остались, получают вот 5к ДП на. Хорош, согласен.
А остальные там, кто съебались, ногу сосут. Остальным минус 5к. Так, хватит вешать всякую хуйню, типа левитации, вы заебали, честное слово. Давайте ставь шка. Ставим, наверное, КД уже ставим. А, нет. Я знаю, кто это делал. Что надевать, блядь, а? Да, те, кто останется, бонус по-любому получат. Вот это рейд сегодня есть какой-то, да? Да. Надо балду получить. Еще 2 сегодня. Ваня. Выглядите вы дорого, не просто. Глядите, что вам скажет кто-то. Сами бывает. Ой, мужик. Идите в лицо, сразу бейте, без пропа. Лучше вы на друга бейте сразу. Это тестер. А что я минус 300. Справа, блять. Вэт, ты опять убежал не туда. Я бил, блять, в лицо его. Да ладно, все нормально. Справа, да? Сбежали. Ну, хило, боль, ну да. Трясать его? Да. Есть что? Я могу сам встать, но... Только если вы прохилите, а то опять умру, блядь. Прохилите, готовься хилить его. Давай, вставай. Покрас. Так, красный идет, убегай, читал, переводим босс. Алло, блин, вы хилить будете? Отошли. Могу дать бар ему, короче. Да, давай. От красного отбегайте, он сейчас будет выбирать цель. Милики от красного сразу убежали. Не, щитки не вешай, я дам щиток ускоряющий. Ничего не чувствую. На цель красного. Двойка, убегай. Там обой побежал. Отбежали. Пельмени летят непонятно куда, смотрите на них. Аккуратно. Дайте ребаф. Потом сбежали в печеньку. Бетик спиной, и что нельзя бить. Вот я если правильно бежал, то спиной не знаю. Снял. Скоро будут пельмени, после коста почти сразу пельмени будут. Приготовьте к квадрату бегать. Перебежали, быстрее. Колодец, потыкай. Радость. Блядь, я не понимаю, ну. Мало мере зоны, пускай БДД зона бегает. Вопрос ушопнуло. Меня не все делят. Сбежали, 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 сейчас. Вот, к черепу. Молодцы. Печеньку подбежали. Пельмени скоро полетят. Покрас, красный появился, скоро по красному будем играть. Нелеш побежал, бегай возле брата, играем под красный. Медики тоже идете бить красный. ПСК, если есть, по определенно перебежали РДДшники квадратный. Скоро будут пельмени, чуть вперед пробежите на РДДшники. Перебежали вперед немного, по профу играем. Вернулись в квадрат. Играем по зеленому. Сейчас дай БР по бот-тестерам. Милики к РДДшникам. И пельмень скоро полетит. Массейф подали, блядь. Подбежать. Нет, только хуёво. Ну, сейчас все милики выжили без бета-тестера. Просто кто-то не подбегал первый раз. И ты отлетел вправо. Если бы ты стоял в ебале у слизня, ты бы отлетел в стол. Нет,
Ладно, хуй с ним с первого раза. Но второй раз 23 тысячи прилетел. Я после того, как меня подняли, я бы не пробафан и просто шотнул. Второй раз это уже другой. Второй раз кто-то не поделил просто. Я не видел, чтобы X-Rig получил урон. Кто-то мне еще. БР это висит, я резну всех. Да, да. Последний проделан, надо ходить. Зорик, если что. Бабли. Не, первый трай вообще без вопросов. Там, да, я, может быть, там зашел, там просто не видно. Ну, а вот, когда второй раз я умер, это там просто ваншотнуло. Короче, ну, типа, не следитесь, когда появляется зеленый в один пак, нахуй. Я предлагаю миликам сразу убегать. Вообще проблем-то не будет. Да, есть тактика, я не про миликам, я говорю, короче. РТДшники, я говорю вам, типа, вот, блядь, вас Саша водит только в тот момент, когда, блядь, короче, зеленого нет, все. Когда появляется зеленый, вы не стоите в одной куче. Вы стоите в одной куче только когда зеленый, блядь, подходит к человеку, и вам надо разделить урон. Вы тогда подходите там, блядь, плюс 7 человек, все, делите урон. Зачем вы, блядь, стоите в кучу, вас летят туда, и пельмени, блядь, и летит, короче, и лужа. Вас это ничего не просилит никогда в жизни. Это да. Нас не летело никогда, блин. Сейчас я не могу понять, что за хуйня происходит. Не то ли ДПС не хватает, то ли что, блин. Ну да, тоже ДПС нет вообще. Так вот, по слизням ДПС скиньте кто-то, проходит. Да, ДПСа просто нет, вы чё? Урон покажите. Тестер, блядь. Ну, если ты умираешь, короче, по КД, не знаю, там, блядь, саппортом обмажешься и, блядь, делай все равно, с мелизоны ходи. Я не знаю, такой тут урон. Давайте я могу в Лема. Но просто там, типа, в мелизоне вообще людей не останется. Я говорю, есть тактика у стола с профом стоять, нахуй. Тоже убивается без стояния у зеленого, нахуй. Обычная простая тактика. Никто не знает такого? Хуйня, на которой ты в берсу упрешься. А есть там ремонт? Никто не упирается. Ты пробовал по этой тактике бить на Сирусе? Конечно, блядь. Геру закрывал. Конечно, на X2. На X2, где усилки, брюли и все остальное, да? Ок. Без саппортов, кстати, причем. А вы саппортов есть? Без... Не, короче, я погоди, Вань, один вопрос. В актуале закрывал? Да, в актуале. Без саппортов, короче, да. Просто... Не верю никуда. Да, и даже Т5 еще тогда не было. А у тебя есть стрим это? Да, видео есть записано. Ну, надо искать, там дохуя видос. 10 тысяч видосов, блядь. Да, если ты в хэме упираешься в стол, то все хуйнево. Не, ты в хэме, короче, там все равно ты бьешь, типа, пачку делишь, типа, людей один путь. Но, чтобы бить без сапротов, я хуй возьму. Без сапротов? Вот как я сказал, у стола весь рейд здесь стоит. Слизень здесь выбирает цели. Смотри, сколько он полкомнаты пилит до сюда. Пока он до сюда добегает, ему больше пол хп сносят. Рейд встает вот так спиной. Нет, отлетает, не сносят, потому что рейдж в РДД не такой большой. Они стоят половину времени и этого чилят просто. О, как они чилят? Одного же челика выбрали цели. Они вот сюда подбегают, где вот этот челик стоит, ресы, и дамажить начинают. Весь слизень подходит сюда, взрыв происходит, люди отлетают вот сюда, где вы сейчас все стоите, и у слизня уже меньше пол хп, его просто добивают. Он второй раз выбирает цель, доходит и умирает, блядь. Не знаю, нахуй. А челик не знаю. Хэмис это есть, короче, да, сказка, блядь. Цветам, типа, не можешь бить всем рейдом, никак делить его. А челики вот тут вот стоят, смотри, вот здесь стоят, в топовых гильдиях, вот здесь стоят, а, пьют саппорты и взрываются 20 раз, блядь. Поставь этот... Так и делал, вообще-то. Есть дживс у кого-нибудь? Есть дживс у кого-нибудь? Короче, я скажу иначе. Вот так, как говорит Вольт, я не убивал, я не вижу, как, типа, варику видно. Ну, типа, смысл здесь, ну, для хэма. Ну, мы сейчас не в хэме, мы сейчас в обычке, мы просто умираем от лужи и, блядь, ахуево тучи урона, и все, типа. Не, я когда появляется демон. Я просто пример привел, не говорю так бить, блядь. Не, я к тому, что у нас умирает по КД один тот же человек. Потом, короче, мы умираем от ауе урона. И мы вот это нихуя не сейвим, типа, ну, типа, вообще, типа, не меняем. Просто мы тоже делаем, пиздец. Про ужин будет перебегать. Чего вы стоите по полдня там в этой луже, смотрите на нее?
Мод зеленый сейчас, блядь, не стойте в кучу сейчас, блядь. Это касается РД зоны, блядь. Там цех мимо садись, или милик и закроют ее вообще нахуй, типа. Вам РДшенька без меня, филы вообще не сходитесь, блядь, в этот, в зебаный метку. Стреля минус ЕП. Ну вот, надо. Как раз, не будет попроще. Инер, пошли, бейте. Стопните по парафу, стоп по парафу, бейте к красному. Переказ. Милики, убегайте от красного сразу. Нормально, добьем сейчас, прям на месте. Отбегали чуть правее, ребята. Послушай его, Оксан. Все стоять до конца надо было. Перебежали обратно. Пельмень через 4 секунды будет. Приготовьтесь. Вот после сразу будут пельмени. Перебежали левее. Кучу сейчас не стоит для РДшники брать. В конце там сойдете, столб к нему, блядь. Сбежались теперь. Теперь смело сбегайте все. Не леша, дай Бен полоксар. Пельмени летят, смотрите аккуратно, не бегите на них. Ребахните его, Ксар, по красному сейчас играем. Если есть ПСК, закинь по определенному. Играйте по красному. Лужа через 6 секунд. Треля побежал. Лужа полетела. РБДшник, смотрите аккуратно. Летит в печеньку, если что. Пельмени летят в квадраты, бежали с квадрата. Сейчас будет пельмень прямо в этот, разбежались немного РДшники. Берите раньше. Пельмени, чтоб не все вместе. Все, мелько не подходите, на. Все, отбежали все пока. Пельмени, пока подбежали-ка, пока у вас сейф. Указанием станьте. Все, теперь сбежали, смело сбегайте все, да, назад. Блять. Добили, добили. Сбежали тоже. Ну чё вы не сбегаете? Не прохил. Пробуем? Впереди 50. Да, пробуем. Да, есть шанс. Сейчас вот даже БР постреля есть, Тать? Не, отбар через минуту. Ну да, отбар. Пельмени. Бекас. Четыре кнопки. Ваня, баба, жми что-то. А, у тебя плыли. Печеньку стали. Будет лужа сейчас. Сразу перебегайте. Перебежали в квадрат и смотрите, рассредоточьтесь немного, потому что будут пельмени. И они будут лететь. Сбежали под... Сбежали, сбежали. Пельмени летят в квадрат. Убежали. Ну, ДПС не хватает. Минус 7 человек, если что. Ну, да, там просто убежать. Эй, ДПС нет. И нет ХПС просто. Вот и все. Да нет, там такая ситуация, что, блядь, видишь, сбежаться люди не успели.
Короче, мы убиваем босса, если типа в притирочку все ровно делать будем, типа и все. Короче, голосование за последний трай и спорим, как это говорим, да, если не. Больше проголосовало за то, что бьем. Значит, последний трай убиваем, если убиваем, даю плюс 500 дополнительно. Если нет, то... Сбегайте все раньше. Тут, да тут уже видно, тут мы в сужняках, они один за одним выходят. Просто взорваемся у них. Да мне хочется ДПС самого, и умирают люди, так когда. Бэрриден тратим на это, понял. Петь, слышишь, кого я в Абане посижу, а ты дамажишь? Ты же больше даешь, да? ДПС они будут. Что? Тут ДПС у меня особо не будет. Почему? Ну, надо... Потому что... У тебя танк спек есть? Не, без танка спека. Потом поретаунтим просто эту хуевин. Ну хз. Сейчас за этого точно хз. Все, вставайте. Ну вот. Очень маленький ДПС. Очень маленький ДПС был. На последний там не просто умирают, как перекаст, а до перекаста. Я, короче, что подумал, смотри. Типа, вот Войд хочет войти 25-ку целка еще, ну, типа, почему не замутить, короче, один рейд, типа, блядь, прям сильный, который пролетает без замен, без хуйни. А второй рейд себе ходит, там, три не лутают, условно, там, объекты, волю, эту всю дрочь. Ну, в следующем, когда может быть, взять. Типа, не, я просто предлагаю, типа, я решение такого ничего не собираюсь. Типа, я понимаю. Я озвучил, что хочет вводить, типа, 25-ку. Десятку он не хочет, 25-ку хочет. Типа. И мы избавимся от этого говна, короче. Вот мы, блядь, да, нормально. Да. Поп пролетели и забыли, нахуй. Лесните, мистер Бонда. Полинор, мистер Бонд, наемник, кендух, лесните, полетели, нахуй. То это самый важный вопрос, Андрюх. Придут ли все хочет пролететь? Ну, блин, на основной рейн приходит человек 40 просто постоянно, как я смотрю, типа. Да это недавно началось опять такое, не было что-то. Так, пошел, давай Бармендаль, патим. Да. Паковый ВПО. Ну, Бармендаль ВПС, чтобы за замену. Ставьте шкаф, в Мейдосом. Ну, просто получается, вот видишь, есть такие моменты, что вот люди, которые вот они посидели на замене, они там вот так, зашли на те булки, которые не надо, типа, условно, там тапочки, тринкет, еще что-то. Мне тут нихуя не надо, я тут сижу до талого, типа, 5 часов, условно, типа, знаешь. Но почему? Пускай не башат все вот как и нужно, нахуй, они вот так, как им хочется, хитро выебано. Смойте Бармендаля, потому что Мейда проблема. Мистер Бонд, у тебя еще на ногах пальцы есть, начинай там не башить. На мутике сложно ногами не башить. Этот, Андрей у Фолок и 4 кнопки во флут скинул что-то, это, видос, который вы просили. Ну я уже после рейда глянул, ты. Принимает сон Бармендаль. А, Пах, ты уже принял? У тебя нормально все, Пах? Значит, оставайся пока так. Здорово. Здорово. Как ты... Да, ничего. А на каком вы сейчас сервере играете? Ну что, бьем
босс. На циркуле. Барменталя все-таки слом. Паша пикает. Давай этот барменталь еще раз. Паша, не заходи. На циркуле, на фане. Катаем. Вы на X4 все там играете? Сейчас мы заняты немного. Так, давай ребаф. Полетели. Помню, если захочешь. Постарайся. Все, тут по рыбу барменталь полетели. Все, собрались, давайте, если убьем, дополнительно получим. Нет, понял. Саня, он так тихо спрашивает. Уже 600. Ой, сейчас, барменталь появляется зеленый, бьешь его всегда в лицо. Ты должен бить его по направлению к РДДшникам. То есть, если появится зеленый, ты его бьешь по зеленому сторону. Будет летать пельмени, в них не забегаешь. Появляется красный, бьешь его только после того, как он выбрал цель какую-то. Поставь на меня печенку какую-нибудь, чтобы все видели стоять. Ставил печенку. Да. Петь, ты тут? Петь. Готов? Петь. Че, барменталь, бегаешь в печенке и все, ты хорош. Убьешь босса, да, и смотри, слушай, убегаешь, там будет пельмени лететь, следи, над головой летают такие хуйни, и ты просто видишь, она, смотри, как она летит, этот пельмень, он летит там высоко вначале, все ниже, 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 но вот там, где он низко летит, ты наоборот в противоположную сторону бегаешь. Так же, когда сказали сбежаться, сбегаешь. На красного, когда красный появляется, красного бьешь, идешь, бьешь только после того, как выбрался Петя тут. Он отошел, по-моему. О, все, он здесь. Дайте, кто еще два припота подал. Если бы не успел купить. Мне квадрать. Спасибо, на все. Скоро уже будет приготовиться, когда при перебегали. Не закидывай меня так поступно на ПС-ку, я на своя. Они не работают. Нет. Последний людей, видимо. Играем по зеленому. Зеленого бьете в печеньки, стоите милики. Не замедлим. Ну, конечно, не замедлим. Друида нету. Нас так это надо. Ну тут сразу вайп. Тут ну, даже пытаться нехуй. Смотри, 5 тел нету. Мы не хуй. Зайди себе в лун. Еще разок или все? Ну, не знаю, как хотите. X-Freak не лешь не поделил. Я хуй, у нас достаточно великов, да, они не поделили просто урон. Калипсис не поделил. Давай минуса, всем минуса давай, кто не поделил. Вот. Стопы, я вообще причем, меня взрыв слизняка вообще убил. И я стоял как раз там, блядь, мили. Те, кто умерли, а те, кто не подошли, не поделили, вот те заслакали, то бишь... ДК, Барменталь, потом еще кто-то там, не знаю. Я просто не понимаю, что сложного бегать за печенькой. Просто в печеньке стоять. Вам же сказали, блядь, бейте в печеньке. Да пизду нахуй. Даже я танком подошел, и кто поделил урон, блядь, с пацанами. И твой пустил в Эрдру последний трай. Да нет, да нет, сейчас пизду. Не-не-не. Да заебал, давай последний нахуй. Это был тебе. Да не гони нахуй. Это реально последний. Реально последний, да. Все, пацаны. Давай с алфагеды берем. Давай, давай. Я не против. Собирайте, я пошел. Да пацаны, блядь, давайте потерпите. Мы все стараемся. Не, ну было... А что, комбо а, что ли? Я просто скажу так, что я 17 часов за компом, я уже не выложу.
Ну, тут я нехуй мне даже что сказать тебе. У меня уже просто шея отстегивается, вот, сорян. Просто если ты уйдешь, блядь, ну, пугахуй найдем, блядь. Что, в понедельник встречаемся, да? Тоже вместе. Я понедельник на сутках, пацаны, так что без меня. Я знаю, что надо сделать, вот челиков все, которые откололись, их вот в это пати закинуть вместо нас, и пускай они траят Деталова. 10 человек и похуйно. Я, кстати, тот видос сам сейчас пересмотрю, вспомню, как били, блядь. Мне аж интересно стало. Ну, Касаль, сколько ты раз выдусывал людям за весь рейд? Я последний вайп, я зашел. Я сломал просто. Ну, кого не выдусывал, все флаки не выдусывал. Только толком не вспомнил. Это, бьем или что? Там два тела ушли уже, да? Все, все, значит не бьем. ИП какой-то да, будет дополнительное? Потом уже это. Только минус, нет? Если. Ну, типа, награда, что люди сидят уже час лишний. Час, да? И сколько? Я бы всем дал просто минус по 100 и все. Честно говоря, то, что хуйня прямо... Награды не будет. Заходи на обратно, будем бить, или я уже мозг не дроп перса? Заходи, и тебе же все фейлы отдать за 200. Сейчас немного. Да, сейчас точно. Сейчас куда-то жили, минус 300. Сейчас. Да что? Ты же хотел минус. Я сказал минус 100 всем, Вань. Ну, куда со стадиона ты будешь? Всему рейду, давай возвращай обратно. Ну, злодей, блин. Саня, хочу. Все, да, пацаны, все? Шмот просто в труху сломался. Да я тут чинился. Чинился, блин. Это достал. Где-то тут голды оставил. Саня. Что? Мы все свободны? Да, да, да. Все. Надеюсь, не в понедельник будет. Мы ты можешь, неделе добьем. Можешь я... собрать проф на наше КД, добить, короче, профа. Я хочу на допроносе быть. Надеюсь, не в понедельник пойдете, блядь, если то я на сутках буду. Скорее всего, в понедельник. Если завтра не пойдете, вы сами. О, я в понедельник. Сами завтра? Все, завтра допронос, нахуй. Все приходим, я заявлю. Кто там? Зуламан, может, сходим завтра? После Зуламана. А тут еще. Завтра проф лич. Приходите все. Обнимаешь. Саня, ты когда по статикам Зуламан распишешь? Чтоб хоть понимать, куда сам идти. Я сегодня напишу, разбирайтесь, когда хотите, сами с кем хотите, идите. Уфолк, ты будешь бонуса не будет? Нет. Какой бонус? Вы что, бонус шутите? Минус 100. Кинули бонус минус 100. Я могу вам как Жене бонус дать, хотите?